Перетерпеть неудобства летом, чтобы не замерзнуть зимой. Филиал ПАО «Т-Плюс» готовит тепловые сети к предстоящему отопительному сезону. Сейчас в областном центре реконструкция трубопроводов проходит на трех важных участках – улице Кузнецова, Смирнова и Московской. Руководство города и области в среду посетило два последних объекта. Работы, как правило, разбивают на этапы. На Московской меняют участок 700 метров. Мы делаем два этапа. Первый этап уже выполнен в железе, как мы называем. То есть трубопроводы заменены. Видите, уже начали восстанавливать благоустройство. Ко второму этапу приступили. Вся трудность то, что дорога достаточно оживленная, загруженная автотранспортом, приходится перекрывать. Ну да, мы приносим неудобства. Приносим свои извинения жителям города Иваново. Для замены трассы отключение потребителя от горячей воды не требуется. Вместо старых труб устанавливают современные с дистанционным контролем влажности и изоляции. Проще говоря, об аварии труба сообщит сама, подав сигнал в диспетчерскую. Следует отметить положительную динамику по ОТ-плюс. В этом году программа ремонтных работ больше, выше, чем в предыдущие годы была. Как по ремонту и замене теплотрасс, так и по работам на генерирующем оборудовании непосредственно от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Это все существенно влияет на вопросы надежности, в первую очередь теплоснабжения потребителей в зимнее время. У городской администрации во всей этой суете две важные роли. Во-первых, следить, укладываются ли ремонтники в заявленные графики. А во-вторых, проверять качество благоустройства территории по завершению работ. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.